Что ты считаешь по поводу комментирования матча? Это очень важно. Я говорю то, что я играю в баскетбол с 13 лет, всегда ездили со своей командой. Команда, когда играет, твои ребята там, то есть другого года, они сидят, наблюдают за твоей игрой, постоянная поддержка, и это тебе реально помогает. Это действительно очень важно. Вот, например, в НБА сейчас проходили игры финала, то есть это не финала, а плей-офф. И это все было с учетом коронавируса, это было без зрителей. И по качеству игры НБА всегда, конечно же, высоко, но было видно, то, что это как будто не для кого. То есть немного не та, и им по-любому получать этот кубок Лейкерс было совсем не так. Они стояли там одни, там не было такого момента, как там в финалах других годов, когда зрители выбегали вообще на паркет, чтобы вообще поднять этих игроков. Но все равно это очень сильно влияет на игру. Поддержка всегда нужна, комментарии. Это не так, не столько как от комментаторов, сколько важно в России продвигать то, чтобы приходили зрители на все матчи, продвигать, просить своих друзей. Когда у меня идут игры, мои все друзья заполоняют вот эти трибуны. Они все орут. И поэтому в моих играх вы будете видеть статистики моих очков, передач, перерастающих за тридцаточки. Это все.